Сегодня вам расскажу. Решила собрать портативную колонку. Потому что как-то купить может любой, а вот собрать как-то решил интереснее как-то будет. Вот. Прикупила это все дело на Алике. Вот колоночка. У нас идет, это сабвуфер идет у нас. Такой будет. Он получается идет на 25 ватт. От 20 до 50 ватт такая вот колоночка будет стоить 8 евро. Потом два динамика заказал, заплатил я за них 23 евро за такие, типа как в карбоне. Проверять еще не проверял на качество. Потом заказал два твиттера. Две колонки у нас будет по сколько там? По 20 ватт. От 20 до 30, если не ошибаюсь, они могут. 30 вроде бы максимум. Твиттеры у нас идут. Два твиттера я дал за 7 евро. Потом такая вот платочка. ТР. ТПА. 31,18. Но получается идет на 2 динамика. Максимум дает 30 ватт, но при 26 вольт. Ну, естественно, если вы меньше будете подавать, будет меньше подавать. Решил, заказал такую вот платку еще. Это для буфера отдельно. Придется ее переделывать. Получается, вот у нас включение идет тут или напрямую проводами. Тут выходит бас. Придется вот это переделывать. RG этот, ну, не хотел брать одну большую плату, я хотел поменьше сделать, все это было покопать к ней немного крутелок, чтобы было более-менее красиво. Вот такой вот преобразователь. Купил я ее за 2 евро, но она поднимает, я ее проверял, ну, на сайте написано от 4-5 вольт где-то так. Вот, но я ее смог лабораторным тестером проверял. От 3,5 вольт, в принципе, она приподнимает. Вот. Мне нужно от 5 вольт. Я хочу приподнять до 25, до 21 вольт. В принципе, она приподнимет. Потом вот такой вот у меня был Powerbank. Дали мне как-то его отремонтировать. Но тут вот кнопочка, если видим, сломана. Так я его не отремонтировал, и он у меня таки остался. Стоит такой Powerbank, если брать целый, то он стоит где-то 25 евро на 15 тысяч миллиампер на 2 ватта с этой платкой. Вот. Все это дело мне нужно для того, чтобы он выдает 5 вольт на 15 тысяч ампер. И я поставлю преобразователь на него, преобразую с 5 до 20. Потом подключаю, естественно, все это дело сюда, к этой плате. У нее Bluetooth, правда, не знаю сколько. 4.0 или 4.1. Это только на первое время. Пока что такое. Je suis premier de temps. Parce que j'ai pas terminé.
Короче, включаем лабораторный блок. У меня уже все выставлено. Все включается. Смотрим на телефоне. Автоматически тоже у нас включилось. Смотрим. Ну, все это дело работает. Самарш. Ну вот в итоге. Потребляет не меньше 16 вольт надо. Вот. И иногда, если бас сделать на всю, то иногда до 2,5 ампер потребляет. Так что вот такая вот бутербродик надо будет делать. Преобразователь обязательно. Потому что если батарейка будет просаживаться, а преобразователь будет держать 17 вольт постоянно. Вот. Честно говоря, платье чуть греется, надо будет какой-то распилятор сделать. Ну так это вот так все это выглядит.